коротенькое видео о том, как отображает цвета Nokia N8. Ну и самый простейший вариант — это сравнить на TFT-экране Nokia 5800. Итак, мы смотрим, как отображаются они вот в таком виде. Давайте вам поближе покажу. На N8 установлен AMOLED-экран, 5800 — это TFT-экран. Разрешение у них одинаковое, но даже можете видеть на картинках. Здесь больше преобладают такие контрастные оттенки, такие немножко, не такие яркие, как, например, здесь картинка смотрится. Давайте я вам переверну, посмотрим. Так, переворачиваем и смотрим теперь тут. То есть уже картинка побольше. Ну, соответственно, что можно сделать, какие выводы? Здесь картинка смотрится гораздо лучше, ну, это и понятно, все-таки экран получше. Контрастная картинка, блеклые такие немножко цвета. Здесь цвета такие насыщенные. Не скажу, что яркие, но, по крайней мере, они очень насыщенные. Картинку передал по Bluetooth, картинка большого разрешения. Что еще? Естественно, в 5800 нету ни pinch to zoom, ничего. То есть мы картинку не можем никак вот увеличить. Видите, кроме как вот есть нажать плюсик, полчаса обрабатывается. Здесь же у нас можно увеличить. Причем видите, как это все быстро происходит. Моментальное перемещение. Вот смотрите. Видите, какие тормоза происходят. На 5800 тормозов здесь нет. Опять же, увеличение pinch to zoom вот так это работает. То есть вполне корректно. Разрешение, по-моему, тут 3000 на 4000. Видите, как все быстро происходит. Одним нажатием вызываем меню. Еще раз. Перелистываем любую другую картинку. Ландшафтный вид переворачиваем. Отличное быстродействие, никаких вообще проблем нет. Нажимаем и выходим. Давайте еще раз углы обзора покажу вот на такой картинке. Углы обзора максимальные, картинка может быть чуть-чуть темнее становится, то есть яркость чуть меньше, а так она вообще не никак не искажается ничего.